Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Сегодня мы вот выбрались на прогулку, хотя на улице не тепло, у нас похолодало до минус 20 градусов. Сейчас минус 17, ну и что? А мы не боимся таких морозов, нам не страшно ничего. И гуляем с палками, погода замечательная. Солнце. Самое главное, нет ветра. Вот. Снег блестит, сверкает. Красота неописуемая. Гуляем, наслаждаемся. Вот. Все в инее, все красиво. Снег падает, сверкает, блестит. Чем не Швейцария? Такая красота. Вот такой зимний ажур. Очень красиво. Зимний ажур. Хрустальная полынь. Полынь вся в хрустале. Хрустальный куст. Все в хрустале. Русская зима. Это очень красиво. Русская зима. Даже зимой растения покрываются таким хрусталем и становится все сказочно и красиво. А это просто красота. Сказка русская. Русская природа. Природа. Русская зима.